Будьте мои хорошие. Будьте мои сладкие. Иди, иди, носом фоткаем. Иди, иди, давайте. Ты еще хочешь? Ну, на. Я же закрыл калитку. Да, закрыл калитку. То был бы сейчас нежданчик. Так. Ну, она их уже покормила, блин, до меня. Джасти, я чувствую себя ненужной. Так, наши зайчата растут под приемными мамками. И да, они идут под выпуск, как минимум по той причине, что они не приручаются. То есть все зайчата, выросшие под приемной мамкой, которая их самостоятельно выкармливала, не имеют никаких положительных ассоциаций с человеком. Они более здоровые, то есть у них нет ни поведенческих отклонений, как правило. Нет физических отклонений, потому что, ну, материнское молоко — это и микробиоты, и иммуноглобулины, и усваивается оно полноценно, то есть полностью. Поэтому как бы не волить таких зайчат, ну, как бы грешно. Если у нас была бы цель там побольше воспитателей, может быть, но а так все такие зайчата идут под выпуск. Поступившие зайчата также потом подсаживаются под приемных родителей, но не сразу, как правило, после профилактики небольшого карантина. Исключение, когда зайчата едут из других центров или от волонтеров, где мы точно можем сказать, что зайчонок не принесет каких-нибудь новых страшных инфекций. В кадре видите Джасти, маленький Валли куда-то поскакал, или Ева поскакал, ну кто-то поскакал, я не увидела, кто-то остался под мамкой. Тетя моя щенятка поскакал, значит, Ева. А вот Валли. Валли не любит людей. Оп, и побег. А вот кучка непроизвольных какашечек. По идее, после кормления зайчата ими закусывают. Я этого не говорила, вы этого не слышали. Но это важно. Так, у меня никого сзади нет. Рефлекс проверить под пяточками. Все хорошо, зайчат нет.